Пока. Обед не забудь. Земля, как Зернову найти? Тамару? Да. Вон дот старый, видишь? Ну? За ним недостроенный дом. Спасибо. Видишь, я живой, и ты, слава богу, жива. Ну, пойдем. Пойдем. А где Оленька? Не знаю. Бегает где-то. Большая уже. Седьмой год пошел. Какой же ты красивый. И седьма уже. Досталось. И шрам. В 41-м. Под Львовом. В самом первом бою. Помнишь? Помню, мой родной. Я все помню. Хоменко, поезжайте! Товарищи! Вас вывезут по Киевскому шоссе до ближайшей станции! Там погрузят в санитарный эшелон! 29-я палата, первую машину. Тамара, я здесь, Тамара. Гришенька, это ты. Осторожно. Страшная ночь. Да, не такой война оказалась. Что у тебя болит, Гришенька? Что болит? В первом же бою выйти из строя. И почему, я? Успокойся. Тебя вылечит. Все будет хорошо. Я же, Тамара, офицер, понимаешь? Я должен быть там, на фронте, а не ползать по земле жалким калекой. Гришенька, родной мой, я тебя всякого любить буду. А где Оленька? Я отправила ее с мамой. Как с мамой? Куда отправила? В ту с мамой. А ты? Сегодня же, ты слышишь меня? Сегодня же уезжай за ними. Я останусь здесь с тобой. Со всеми. Ты с ума сошла. Ты должна быть с Оленькой. Ребенку полтора годика. Ты слышишь меня? Ты понимаешь меня? Тамара, Тамара. Не понимаю. Проверьте первый этаж, чтобы никто не остался. Вы кто, девушка? Все будет хорошо. Жена. Машины полные, товарищ военный врач. Поезжайте, Евдокимов. А вы, доктор? Постарайтесь вернуться за остальными. Счастливо. Закрывайте борта.
Девушка, как твоя фамилия? Зернова. Иди сюда. Будешь сопровождать машины до санитарного эшелона. Я? В пути поправляй повязки. Раненым в живот пить не давай. Ясно? Ясно. Садись. Стрелять умеешь? Да. На, пригодится. Угу. Трогай, Евдокима! Поехали! Тамара! Гриша, Гришенька! Я здесь! Я с тобой! Не встретились. Ни разу. Я не знал, жива ли ты. Думал, что погибла тогда во Львове. Но все равно разыскивал вас. И вот, наконец, нашел. А ты после ранения на фронт вернулся? Да, сразу. После победы в Германии служил. И знаешь, буквально каждую неделю просил, чтобы демобилизовали. Подожди, как? Почему? Ты же офицер, Гриша. Это твоя работа. Соскучился. Потом не мог я больше без вас. Без тебя, без Оленьки. Да, что это мы с тобой на пороге сидим? Пойдем в дом. Я тебя покормлю. Да, небогато живешь, небогато. Впрочем, сейчас все так живут, полстраны в развалинах. Да. О, мужчина к тебе торопится. Это я. Я еще знаешь, почему решил на гражданку перейти? Строить надо, все строить, все заново, всю жизнь заново. А ты за это время институт закончила? Нет. Почему? Не до того было. Работаю. Учительницей? Нет, Гриша. Санаторий восстанавливаем. Инвалидов много, лечить их негде. Ну и сколько ж ты зарабатываешь? Нам хватает. Да я вижу, как вам хватает. Что же, они не могли семье фронтовика что-нибудь поприличнее подыскать? Да такой рухляди только печи можно топить. Ты что, на фронте была? Значит, ты была на фронте. Как же ты оказалась там? Случайно.
Ну что ты возишься, ёшную 20? Если бы я знал, что ты была на фронте, я бы тебя раньше разыскал. Надо же, столько лет мечтать, во сне тебя видеть. И вот, наконец, ты рядом. В ситцевом халатике. Садись к столу, Гриша. Садись. Что в доме нашлось? Не обессудь. Ты знаешь, я как только увидел тебя, у меня все из головы вылетело, ничего не соображаю. Как говорится, скромные подарки. А это тебе. Зачем? Как тебе очень идет. Но в крайнем случае продадим, это всегда в цене. А это Оленьки. Садись, Гриша, есть. Хорошо бы выпить сейчас за нашу встречу. А у нас нет ничего. Жаль. Сразу видно, хозяина в доме нет. Ну, ничего. Это поправимо. А то выпили бы с тобой за наши раны. Раны за живот. Вспомнили бы все. А я и так все помню, Гришенька. И тех, кто нас спасал. По-видимому, вы правы. У Зерновой развилась газовая гангрена. В мирное время я бы рискнул, но в таких условиях. Значит, Зернову нужно готовить к ампутации. Готовьте.
Тамара? 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 Это вы? Тамара, они... Они собираются вам ногу ампутировать. Ну, отрезать, понимаете? Но я сам слышал. Профессор сказал, что можно сохранить. Мамочки! Он так и сказал, что рискованно, но можно, Тамара. Ну, тихо, тихо, Тамара. Послушайте, так вы не давайтесь. Слышите? Не давайте ногу резать. Требуйте, чтобы старик оперировал. Вы поняли меня? Тамара, вы поняли меня? Ну, я пошел. Я ему говорю, успокойся, голубчик. Успокойся. Вот сделаем тебе укол, и все будет хорошо. А он такой беспокойный, понимаешь? Не могу с ним справиться. Нет! Нет, стойте! Стойте, не дам резать! Не подходи, застрелю! Себя застрелю. Ты с ума сошла, Зернова? От гангрены хочешь умереть, дура? Пускай лучше умру, не дам ногу резать. Не дам. О, и шо заслась? Аника воин. Как будто кто-то ее боится. Ну ладно, раз такая упрямая, попробуем сохранить тебе ногу. Готовьте к операции. Давайте берите ее. Раззявы. Несите. Кто-нибудь? Санитарка? А где люди? Где? Эвакуировались. А куда эвакуировались? Там девушка была. Ее прооперировали. Тамара Зернова. Может быть, вы что-то знаете о ней? Хорошее пекло мы попали тогда.
Пять раз батальон в атаку поднимался. Пять раз почти все полегли. А мне повезло. Повезло? Разве можно ранение сказать «мне повезло»? Ну, это смотря по обстоятельствам, знаешь. По каким обстоятельствам? Быть может, ты расскажешь? Живой остался. Вот тебе и все обстоятельства. Помнишь, каким ты меня из Львова вывезла, в чем только душа держалась? А теперь я ого-го. Где же тебя так подлечили? Как где? В госпитале, конечно. Где же еще? Потом в штаб направили. Вероятно, учли, что ранение было тяжелым. Да еще в первый день войны. Начпрод хороший попался, кормил как родного. А почему ты не слушаешь меня? Пойди поздоровайся. Иди помой ручки, я тебя покормлю, хорошо? Отвыкла. Просто она совсем не знает тебя. Ничего, привыкнет. Подумать только, моя жена офицер, старший лейтенант. Меня обогнала. Как же это у тебя получилось, а? Зернова! Зернова, Тамара Александровна, 1920 года рождения, комсомолка, замужем, имеет дочь 2 лет. Образование 2 курса пединститута. Участвовала в танковом бою. Перенесла тяжелое ранение. Представляется на увольнение из рядов РКК. Что скажете, Зернова? Я не согласна. С чем это вы не согласны? С увольнением. Желаете остаться санинструктором? Я воевать хочу, а не бинты стирать. Однако ж кому-то надо и бинты стирать. Здесь написано, что вы медик. Это ошибка. Я в санинструктор попала случайно и с медициной не знакома. И вообще вида крови боюсь. Товарищ майор, я в артиллерию хочу. С бинтами не справляетесь. А с пушкой справитесь? С противотанковой справлюсь. А почему с противотанковой? Понимаете, я закончила курсы снайперов в авиахимии. А прицел 45-ки похож на прицел снайперской винтовки. Ну и что? Вы еще микроскоп вспомните. Прямо какой-то детский сад. Детский сад? Я танк немецкий подбила. Вот. Сами подбили? Ну, не совсем. Командира ранило. А он... Я стала его перевязывать. Ну, в общем... С перепугу выстрелила. Случайно попала. Ну что ж... За честность хвалю. Зачтется. Сергей Иванович, возьмете артиллерист-девицу? Вы в каком звании? Ни в каком. Ну, нет, без звания. Нет, не возьму. Можете идти, Зернова. Можете идти. Сделаем перерыв. Угу. Перекурим. Там много у нас по списку еще осталось. Посмотрим. Сергей Иванович, а может выйдет из Зернова артиллерист? Как знать? Я уже как-то поддался и взял несколько женщин в училище.
пришлось отчислить. Почему? Не выдерживает. Сложности с ним большие. Женщина, командир, это хорошо. Любой самый малодушный боец не посмеет перед женщиной трусость показать. Убедительно. Спасибо. На здоровье. А у тебя есть ордена? Нет у меня орденов. А у мамы раз, два, три ордена. И еще три медали. Оля. Это, доченька, хорошо. Мама наша молодец, но есть медали, которые достаются труднее, чем ордена. А можно с куклой поиграть? Можно. Ты знаешь, о чем я хотел тебя спросить? У тебя на фронте что-нибудь было? Ты не бойся, я понимаю, дело прошлое. Ну, я имею в виду, мужики там. Мужики? Были, Гришенька. Уж чего хватало, того хватало. Товарищ полковник, младший лейтенант Зернова явилась по вашему вызову. Садитесь, младший лейтенант. Рад, что ошибся, когда не хотел вас принимать в училище. А учились вы прилежно. Поздравляю вас с окончанием и с первым командирским званием. Вызвал я вас вот по какому поводу. Вы назначаетесь в учебный полк. Как же так, товарищ полковник? Ребята действующие назначены, на фронт отправляются. Товарищ полковник! Спокойно, Зернова. Не люблю я женских слез. Вы что, будете реветь? Тогда выйдите вон. Не буду, товарищ полковник. Только несправедливо это. Нет, справедливо. Вы назначаетесь в учебный полк. Подготовите взвод. И вместе с ним отправитесь на фронт. Вы должны доказать, что сумеете командовать мужиками. И прежде всего, доказать самой себе. Ясно? Ясно, товарищ полковник. Ну-ну. Разрешите идти? Нет, поедем ко мне. Поужинаешь с нами. Зинаида Ивановна тебе таких пирожков на дорогу испекла. Пальчики оближешь. Спасибо. Садитесь, товарищ младший лейтенант. Говорят, ногах правда нет. Даже таких прелестных, как ваши. Не знаю, куда вас определить. Аттестуетесь вы отменно, но... все-таки вы женщина, Тамара Александровна. Я стрелик, товарищ капитан. Противотанкист. Противотанкист, значит. Ну, а если мы вас при штабе оставим? Адъютантом, к примеру. Как? Под одной крышей будем? А, лейтенант? Пишите предписание на взвод.
Ну, как угодно. Принимайте второй взвод, товарищ младший лейтенант. Есть принять второй взвод, товарищ капитан. Разрешите идти. Подождите, лейтенант. Вместе поедем. Мне бы не хотелось, чтобы мы с вами расстались недружелюбно. Видите ли, второй взвод, как бы сказать, не сахар. Может, переиграть, пока не поздно? Я цепных местечек в армии не ищу. Ну, воля ваша. Вот это рама. Сержант Онищенко, ко мне. Товарищ капитан, сержант Онищенко по вашему приказанию прибыл. Все курим, Онищенко. Постройте взвод. Есть. Это ваш помком взвода Онищенко. Между прочим, яростный женоненавистник. Лучше иметь дело с женоненавистником, чем с чрезмерным любителем женского пола. Да, и прошу также обратить внимание на рядового Дробота, бывший уголовник. Как же он попал в армию? Ну, так сказать, выразил желание скупить кровью свою вину. Взвод, рвнись, ирна! Товарищ капитан, взвод по вашему приказанию построен. Товарищи бойцы, представляю вам младшего лейтенанта Зернову. Младший лейтенант Зернова участвовала в боях, подбила танк. Закончила ускоренный курс командного артиллерийского училища. В общем, она назначается командиром вашего второго учебного взвода. Теперь баба нами будет командовать. Да, пионер вожатый нам тут не хватало. Да, спасибо, товарищ капитан. Разговорчики! Желаю удачи. А вы один раз подвели или два? Встать в строй! Молчать! Товарищ помком взвода, что за базар? Люди, побывавшие в боях, присланные учиться на артиллеристов, ведут себя как торговки. Привести себя в порядок. Подшить свежие подворотнички. Форма одежды зимняя. Через 2 часа построение. Разойдись! Вы что, команды не слышали? Фамилия? Поликашкин. Что за вид, боец Поликашкин? Все висит, как на вешалке. Не артиллерист, а чучело огородное. Я хотел вас спросить. Спрашивайте. Вот вы в боях участвовали. Это очень страшно. Смерти боитесь? А вы? Боюсь. Каждому нормальному человеку хочется жить. Но хуже умереть глупо. А что значит глупо или не глупо? Глупо это умереть, не успев хотя бы раз выстрелить по врагу. Хотя бы раз, понимаете? Сколько вам лет? 20. Работали, учились? Учился. В университете на филологическом. Мы с вами коллеги. А пока идите к старшине и скажите, что я приказала подогнать вам обмундирование по росту. Есть. И сапоги.
Звала? Не звала, а вызывала, товарищ сержант. Потом, кто дал вам право входить без доклада и курить в присутствии командира? Не с того начинаешь, лейтенант. Ребят во взводе виды повидали. Пошлют опять на фронт. Воевать будем не хуже, чем пехоте. Ты нас за пуговицы и подворотнички не гоняй. Побыстрее нас дело учи. Стрельбе материальной части, ремонту пушек и прочее. Садитесь. Я в армии недавно, товарищ Онищенко. Может быть, меньше вашего успела, но вот одно усвоила твердо. Без дисциплины здесь ни шагу. Да что ты заладила? Дисциплина, дисциплина. Да мы дисциплины не боимся, дочка. И чтоб ты знала, у нас одна мысль. Поскорее на фронт. У меня тоже. Тогда договоримся. Договоримся. Залог успеха в противотанковом бою заключается в четкости выполнения каждой команды и в слаженности действий всех расчетов. Если ты неудачно выстрелишь по танку в первый и во второй раз, то в третий раз тебе вряд ли удастся выстрелить. Помешает огонь машинного стрелка противника. А то сам танк ворвется на позиции. Понятно? Понятно. Товарищ младший лейтенант, можно вопрос? Спрашивайте, дробот. А, скажите, пожалуйста, что это за хреновина? Это не хреновина, боец дробот. Это рукоятка вертикальной наводки орудия. Подробный механизм наводки мы будем изучать на следующих занятиях. Товарищ младший лейтенант, можно еще вопрос? Спрашивайте. А сколько сейчас времени? А вам зачем? А не пора ли занятия кончать? Во-первых, не сколько времени, а который час, а во-вторых, я сама решу, когда пора. Ну, ясненько. Неужели потеряла? Ай-яй-яй. Единственное, что этому уже осталось. Какая неприятность. Право 15, ниже 5, танк. Уничтожить! Лейтенант! Беда, лейтенант! Схватался в землянку за Онищенко. Он черный, как земля. Накрыло семейство Онищенко. Всех одной бомбой. Пацана, мамашу, жену его. Расчет в укрытие. Товарищи бойцы и командиры, положение на фронте в последние дни осложнилось. Мы выступаем. Приказано занять оборону и остановить прорвавшиеся танки противника. Пункт сосредоточения – деревня Рогачева. Тихо. Тихо. Я вчера во сне мужа видела. Как будто лежит он раненый. И просит, укрой меня, Тамара. Как отправил его раненого за Львова, так и ничего не знаю о нем. Пропал без вести. Крепись, дочка. Может, он живой. Это часто бывает. Только бы живой вернулся. Пусть без рук, без ног. Только бы живой. Себя побереги. Да. Ну что, Поликашкин, не страшно? Пока что нет, товарищ младший лейтенант.
Молодец, идите. Да, Николай Сергеевич, присмотрите за Поликашкиным. Мальчишка ведь совсем. Будь спокойный, лейтенант. Где командир? Там. Товарищ командир, танки. Комбат Журбенко приказал орудие к бою. Идите. Есть! Взвод к бою! Танки! Робот, не суетитесь! Не суетишься тут. Клиентов, как на Киевском вокзале. Снаряд! Поликашки! Снаряд! Что же ты? Сынок, да ты не сюда, смотри! Туда, смотри! Что же ты? Спокойней. Ну вот, молодец. Онищенко, таргет справа! Вижу! А ну, сынок, отмогни! Сейчас мы их встретим. Два раза промажешь, на третий сам все пляжешь. Золотые слова. А, теперь моя очередь. Так, 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 так. Так, так, лови! О, лейтенант, хреновина, первый сорт! Онищенко, я взводный! Надо к бою! Самое главное, братцы, живем, лейтенант! Ты прости, дочка, не вовремя меня. Спасибо вам, Николай Сергеевич. Перед войной предлагали лечь в больницу. Язву вырезать. А теперь пусть одним махом. Выздоравливайте поскорей. А ты молодец, дочка. Держись. Держись. Ладно, что было, то прошло. Сейчас о другом надо думать.
с тобой, оболеньки. Как-никак мы с тобой два фронтовика. Что же, мы не заслужили ничего лучшего, чем вот эта твоя хибарка. Давай договоримся. Мы с сегодняшнего дня все начинаем заново, слышишь? Все заново. А прошлое война списала. Все ли списала? Стой! Кто идет? Ты что, сдурел? Почта. Не велено напускать. Так что ж делать? Дай сюда. Уходи. Григория Васильевича. Родственница, что ли? А почему не полевая почта? А может, он в тылу у немцев? Адрес условный для партизан. Наверное, кого-то ищет. Молодая. Здравствуйте, женщины. Здравствуй, здравствуй. Вы не скажете, это Вороновка? Вороновка. А ты с чья будешь, донечка? Я мужа ищу. Григорий Зернов, может, слыхали? Почему не слыхали? Слыхали. Сильно ранен был. Был? Живой он, живой. Ты, выходит, законная жена будешь. Законная? У нас дочка. Здесь в 41-м санитарный эшелон разбомбило. Мы раненых по ночам собирали. Прятали, выхаживали. Ох-хо-хо. Григория твоего Катерина Васько нашла. Раненые, когда поправлялись, так кто прямо через фронт к нашим, а кто в партизаны. А он у Катерины 2 года за печкой просидел. Гриша? Что вы? Это неправда. Это не он. Честное слово. Ты у Катерины спроси, он или не он. Только забрали его уже. Куда забрали? Наши забрали. Как пришли, так и забрали. Есть кто-нибудь? Кого? Это вы? Живая. Господи.
сказала, убила вас. Что сам видел, как убила. А мы в церкви венчались. Если б я знала, если б я только знала. Простите меня, ради Бога, простите, умоляю вы вас. Что, встаньте, как вам не стыдно. И перестаньте реветь, нельзя вам, поймите. Да успокойтесь же. Я его на третий день нашла. Совсем слабый был. Уж не знаю, как и выжил. Где он сейчас? В штрафбате. В штрафбате. Советский офицер. Где письмо от него? Письмо. Тамара, извините, не знаю вашего отчества. Простите меня. Простите. Ради Бога, простите. Я не знала, что вы живая. Я между вами и Григорием не стану. Простите, Боже мой, грех-то какой. А дитя я сама воспитаю. Карточку я тоже заберу. Это моя карточка. Моя. А вам здоровье. Это вы, Зернова? Так точно. Документы. Я вижу, вы неплохо повоевали, лейтенант. Рад был сказать вам хорошее, да не могу. Что поделаешь? Зернов осужден военным трибуналом и разжалован в рядовые. Я могу увидеть его? Не положено. Поймите, я должна его увидеть. Не положено. Здесь штрафной батальон, а не дом отдыха, лейтенант. Я в противотанковой артиллерии. Сами знаете, сколько нас после боя остается. Может быть, встреча эта наша будет последней. А я должна сама от него все узнать. Я очень вас прошу, товарищ майор. Только ради ваших боевых заслуг. Ради ваших ран. Рядового Зернова ко мне. Когда? Вы опоздали. Батальон с Зерновым сегодня отправлен на фронт. Если он смоет свою вину кровью, ему вернут все права. Лейтенант! Подождите, лейтенант! Документы забыли! Любишь. Ничего. Вернется твой Зернов. Будешь ждать, вернется.
машину. Слышите, девушка? Да что с вами? Что вы в душу лезете? Тамара? Петя. Трофимов. Тамара. Быстрее в машину. Вы промокли до нитки. Мне горе, Трофимов. Если бы знали, как мне сейчас тяжело. Как тяжело. Притормозите. Хозяйство майора Орлова. Мне выходить. Саша, притормози. Палку забыть. Не надо, спасибо. Прощайте, Петя. Прощайте. До свидания. Погуляем. Выйди, пожалуйста, я переоденусь. А что, я тебе чужой? Выйди во двор, я быстренько. Я закрою глаза на мгновение и печаль свою песней развею и услышу далекое, верь мне, и откликнусь негромко, верю. И услышу далекое, верь мне, и откликнусь негромко, верю. Этот вечер холодный и поздний я согрею своею любовью, и услышу далекое, помни, и всем сердцем отвечу, помню, и услышу далекое, помни, и всем сердцем отвечу, помню. Снег устанет кружиться и падать, и деревья согнутся от ветра, но бессонной останется память, и в душе не погаснет вера, но бессонной останется память, и в душе не погаснет вера. Я закрою, Петя? Глаза на мгновение. Трофимов, какими судьбами? Да вот был рядом, узнал, что вы здесь. Почти год прошел с нашей последней встречи. Я опять был ранен, потом вернулся. Осколки остались, но это пустяки, с ними лет 100 прожить можно. Я знал, что вы где-то рядом воюете, но не решился снова встретиться с вами. Почему? Потому что много думал о вас.
А то девчонки заплаканный, промокший, с которой был ранен в одном бою. Тамара, я все время помнил ваши слова. Вы сказали тогда, что у вас большое горе. Что-нибудь с мужем? Вы его нашли? Нашла. И потеряла. Нет, не тогда. Тогда он погиб для меня. А месяц назад я получила похоронку. Пал смертью храбрых. Война уже скоро кончится. А что вы собираетесь делать после войны? После войны? Честно говоря, еще об этом не думала. Я ведь институт закончить не успела. Значит, специальности не имею. Это ведь не специальность, танки подбивать. А я строительный техникум закончил. До войны прорабом работал. Вы строитель? Да. Вот уж не ожидала Петя, что вы строитель. Почему же? Не знаю. Мне почему-то казалось, что вы всегда были артиллеристом, что вы кадровый. Да нет. И куда же вы собираетесь возвращаться после войны? Строителям работы хватит везде. Война столько городов разрушила. Так что место мы найдем. Вы мне нужны, я хотел бы, чтобы мы были вместе. Красота какая! Стой! Не шевелитесь. Не шевелитесь. Сейчас. Фу. Надо это саперам сказать. Мины. Целых 5 лет. А ты какая-то чужая. Ну разве я виноват в том, что не смог вас разыскать во время войны? Не надо, пожалуйста, не надо. Что не надо? Я не понимаю. Объясни, что случилось. Не твоя я жена. Вот и все. Хотела сразу тебе сказать. И не смогла сразу. Ты что? Что ты говоришь? Прости, я не понимаю.
Весной 45-го я получила извещение о твоей гибели. Но это же ошибка. Понимаешь, это ошибка. А ты вместо того, чтобы проверить, ты поторопилась и... Да и не в похоронке дело. Я потеряла тебя давно. Гриша, я была в Вороновке у Катерины. Я была в штрафбате, но уже не застала тебя. Прости, что сразу не смогла сказать тебе. Когда увидела тебя живого, сердце остановилось. И не смогла сказать. А ты лгал. Ты изворачивался и лгал. Нет, Гриша. Нет, война ничего не списывает. Она все обнажает. И подлость, и трусость. Зачем ты пришел, Гриша? Уходи. Ты здесь не нужен. Уходи. Чернилом гладь.